Напиши ему. Так тебе подвести, дружище. Ну, наконец-то Никита написал. Брат, скажи, я просто знаю, как... Я просто знаю, как легко получить права. Купить у лицензера, скажи. У лицензера можно купить права. У меня друг сейчас лицензер. Ему как раз норму надо сделать. Поехали, он тебе продаст права. Нифига себе. Скажи ему, ему нужно для отчета. Армен, молодец. И ты как раз мне поможешь. Для отчета, Никита. Отчета, Никита. Блин. Вот это да, Никита. Бля, он 20-30 вроде офлится, блядь. Или в 3-30 он сказал. Блин, скажи... подожди, он офнулся? Какой у него ID был? 16-й. Нет, он на права сдает, слышишь, он на права сдает. Блин, вот ё-моё, какой настырный, смотрите-ка. Я думал, он офнулся. Чёрт. Я уже, блин, перепалился. Короче, ребят, не получается, у нас пока его вынудить на улицу. Напоминаю вам, ребята, нам нужно, чтобы он вышел из здания, его подобрал левый какой-нибудь чел, вынудил посадить его там в машину, не в машину, короче, надо, чтобы завязался между ними разговор, и чтобы у этого Джонни спросили, типа, что там, как дела, как ты там деньги заработал, первый или еще чем-то, что он, интересно, расскажет. Ну и, соответственно, ему разыграем розыгрыш, подарим много денег. Этому Джонни. Ну, главное, чтобы сейчас все шло по плану, и он не... Так, аптечки, я сейчас буду спекать. Где он там? Он... Но, ребята, я от своих слов, как бы... Вот эта ситуация, которая произошла жесткая, я от этой ситуации ни в коем случае не отказываюсь. Эта ситуация, во-первых, полностью РПшная, во-вторых, да, она жесткая, я не исключаю, но я ему денег хочу дать за искренность, за честность. То есть он попросил извини, как бы нет вопросов, и все то, что он делал, как бы, ну, он делал... Ну, конечно... Как бы, ну, в принципе, по совести. Просто он переобулся. Такое бывает, когда предлагают много денег. С некоторыми людьми. Реально, ребят, симулятор настоящей жизни. Трандец. Тут можно людей просто вот, ну, выкусывать, понять вообще, кто, что, как, где себя представляет, там, и так далее. Конечно же, самое главное, не гнобить никого здесь без какой-либо причины. Там всяких неадекватов еще можно, но неадекватов обычно админы тикают, банят там и так далее. Неадекватов, кстати, вообще в разы меньше. Вот, помню, года два назад было вообще до хрена. О, ребята, короче, прошло уже вот столько времени, и вы не поверите, я до сих пор жду, когда мы закончим с этим чуваком. Уже практически 3 часа ночи по Москве. Давайте зайдем к Арменчику. Где он? Я до сих пор в автошколе. Ёб твою дивизию! Я спалился, ну ничего страшного. Почему? Потому что этот чувак... Где он этот, 16-й ID? Джонни Снейк. Давайте вот тупо в наглую к нему тэпнемся. Гота, 16. Вот это неждан! Паша к нему тэпнулся? Да. Да он в ВФК, Паша, стоит. Не-не, вот Паша ходит. Так кто чел в ВФК стоит? Тот чел. Не понял, он стоял в ВФК, реально, ребят, все это время я его ждал, он был в ВФК. Ладно, если сейчас этот чел ответит... Я в ахуе буду. Я реально в ахуе буду. А, все, он застыл просто, да? То есть у него даже... Прикинь, тот челик пранкер, нахуй. Паш, там у этого челика. Ну-ка, прикинь, я Арменчику пишу. Прикинь, баг, не будут кикать. Баг не будут кикать, если проходишь про этот чел. Это знает, ты ушел спать. Скорее всего, кстати, да, возможно, Паш. Тэпнуть его к нам, Паша? Паша, привет. Так ты же его можешь тэпнуть сам, Паша? Или ты сюда? Да. Ч,
что, я думаю, может быть, заканчивать пора, потому что можно так ждать и до 6 утра. Давай. Блять, такое ощущение, как будто это пранк, блять. Я отвечаю нахуй. Да не-не-не, просто парень абсолютно простецкий, деревенский, но радует, что есть пацанские понятия. Вот, единственное, что видишь, тот косяк, который он исполнил, мы его проучили, вот, и даже больше проучили, жестко проучили, вот, и, в принципе, эта вся ситуация дала понять, что этот чувак хоть и рыганул лишнего, да, там, насчет транса, все-таки у нас с тобой, ну, между тобой, я тебе еще, сейчас, Армен, я тебя не слышу, потому что у меня твой стрим включен, я динамики выключил. Вот. И как бы он сказанул лишнего про ротик там и так далее, да, потому что мы с тобой там баловались. Вот. После чего я подошел, у него переспросил, он дальше, ну, продолжил дерзить. Вот. Но за это он уже искупил вину и извинился. Вот. Радует, что даже он начал отдавать бабки обратно и тогда еще даже деньги отдал. Вот. Он это все не выкуривал. И он не знал то, что... Вот то ли у него ники выключены, то ли он не особо разбирается, непонятно, то ли он ПРП двигается, но он не особо выкурил, он только выкурил под конец, что типа я переоделся и типа его наказал. Вот, но то, что тогда типа был транс, это моя жена, я думаю, он просто не видел ник. Ну типа якобы моя жена, типа. Вот. Короче, хотел его вознаградить, дать там, я не знаю, 1200-300 ему. Видишь, зараза, не можем его дождаться и дальше разыграть интересную сценку. Ну, значит, не судьба, Паш. Потому сам что... заработать. Ему пацаны и так накинули 50 тысяч. Чисто если по-пацански, да, ну, рассуждать, и сейчас, получается, если бы его пацаны бы подхватили бы на гольфе и дальше бы разыгрывали, если бы спросили, типа, как поднялся, типа, что, откуда деньги. Вот тут самый крутой... скажем, ну, момент всех, ну, всего того, что мы делали. Либо он скажет правду, типа, меня проучили, либо он скажет, типа, там, лохов нагрел, или неважно, как деньги достались. Если неважно, как деньги достались, то значит стыдно. Если проучили, то значит по-пацански. Вот. Если лохов нагрел, то значит черт. Вот, но видишь, мы не узнаем, поэтому, что, наверное, предлагаю на боковую, потому что, наверное, он уже не оживится. Да, ну, в АФК, наверное. А узнает себя он, хотя, кстати, он узнает только через недели две о себе. Почему? Ну, ролик я выложу только вот этот, через недели полторы. А маскарад ты вот этот будешь выставлять, как мы пранковали и так далее? А чё нет-то? Да? Это угарно. А, вот не знаю, надо подумать, жестко. Ланика тогда чё, пошёл я на боковую отдыхать, чё там, всем зрителям желаю приятных снов, красавчики, что дождались, вот, постоянные зрители, это капец, столько времени наблюдать, по-любому кому-то что-то завтра, там, в школу, на работу, студент, не знаю. Давай, Паша. Вот, тебе тоже спокойной ночи. Давайте. Давай, Паша, спокойной ночи. А, Паша, ты дома плачивал? Да, всё нормально, спасибо. Всё, ребятки. И вам я желаю приятных снов, приятного просмотра. Господи, каких приятных снов, у вас тут по-любому день. Короче, вам я желаю удачи. Не забывайте, что я играю на четвертом сервере. Мой ник Паша Пэл, сводите при регистрации. Ну и, конечно же, промокод Пэл. Все это дадут вам в совокупности. Хорошие бонусы при игре. Вот такие вот жизненные пути, жизненные, скажем, моменты встречаются на Радмире. Так что не исключено, что что-то подобное произойдет и с вами. Так что, ребята, не удивляйтесь, если чего. Ладненько. Всем пока-пока.